Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин устал, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Станет день из журавлиной стаю. Я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.